Всем привет, с вами Олег и канал Кубик ТВ. В этом выпуске мы займемся самыми запутанными головоломками от голландской фирмы Resin Toys. Встречайте, популярнейшая серия Brain String. Итак, она представлена четырьмя головоломками. Brain String R выполнена в форме шара, уровень сложности 3 звезды из 5. Brain String Original форм-фактор куб, также 3 уровень сложности. Brain String Advanced 14-граник с уровнем сложности 3,5 звезды. И Brain String Houdini, актуальное для данной тематики и весьма оригинальное воплощение знаменитого иллюзиониста в головоломке 2,5 уровня сложности. Как вы помните из прошлого выпуска об арифметических головоломках, компания Resin Toys получила широкую популярность как раз благодаря этой линейке Brain String. И неспроста. Сейчас мы рассмотрим каждую головоломку отдельно, и вы сами в этом убедитесь. А объединили мы эти головоломки, как вы уже догадались, по общему принципу действия – распутыванию узлов. Рассчитаны же они на игроков от 7 лет и здорово помогают тренировать внимательность и моторику. Итак, Brain String R. Сразу отмечу эргономичность. Головоломка очень удобно лежит в руках, чему способствуют вот такие продуманные выемки. Вращение по осям тоже приятное, без заеданий, с ощутимым фиксированием конечного положения. Суть заключается в том, чтобы, запутав веревки внутри головоломки, привести все к изначальному положению, то есть распутать путем того же вращения. Перед тем, как начинать, советую обратить внимание на цветные треугольники. Они помогут вам в поиске и сопоставлении нужного положения. Давайте же попробуем распутать этот клубок вместе. Итак, как видите, я уже ее немного запутал в процессе того, как показывал вам эту игру. Ну, предлагаю сейчас еще больше завершить этот процесс запутывания, чтобы это все не было слишком просто. Так, ну что ж, я думаю, вам теперь заметно, что головоломка на самом деле запутана сложно. Давайте попробуем ее разгадать. Итак, ну что ж, попробую для начала раскрутить вот эту штуку. Так, по-моему, это еще больше ее запутывает. Так-так. Это будет непросто, я уже понял. Да, как видите, эту часть таким образом удалось немного раскрутить. Давайте смотреть дальше. Как вы поняли уже, я исхожу из простой логики, что если закручено в одну сторону, нужно раскрутить именно эту часть сферы в другую. Вот эту часть мы сейчас тоже попытаемся с вами раскрутить. Смотрите, что я для этого делаю. Я совмещаю ее, ну, допустим, таким образом, чтобы она была вот видна, к чему крепится. То есть вот эти два элемента. Их, если они закручены в эту сторону, нужно раскручивать обратно. Получается против часовой стрелки. И пробуем сейчас подобрать правильную ось вращения. Да, но не забывайте, что при этом может закручиваться что-то еще. Так, на самом деле это очень непросто, ребят. Обязательно вам советую попробовать эту штуку. Недаром она такая популярная. Главное найти то, что нам нужно именно в этот момент. Именно тот узел, который должен распутываться первым. Кстати, полезный совет. Эта головоломка даже сама подсказывает вам, каким образом и куда лучше крутить. Потому что внутри у нас все-таки резинки, и они таким образом сами толкают головоломку к раскручиванию в некоторых моментах. Так, ребят, оцените, вот я уже постепенно двигаюсь, и как мне кажется, я понял смысл. Я взял за ориентир себе зеленые веревочки для того, чтобы распутывать именно их. Я таким образом двигаюсь именно по тому пути, который мне подсказывает сама головоломка, распутывая самый ближайший узел, прикрепляясь к зеленому цвету.
Еще один довольно полезный лайфхак – это смотреть, какие шнурки цветные натянуты больше всего, и стараться ослабить это натяжение, тем самым позволив развязываться соседним узлам. Это не всегда очень просто, но если постараться заметить нужные нам петли, то есть возможность быстрее подобраться к развязке. Вот смотрите, например, видите, красный. Он у нас сейчас натянут и мешает освободиться вот этому зеленому. То есть мы сейчас, по идее, берем вот этот вот красный и ослабляем настолько, насколько возможно. Оп, и тем самым мы видим, что можно этот зеленый провернуть. Сейчас покажу. Вот таким образом. Видите, он ослабляется. Этот зеленый расслаблен теперь, и его можно двигать дальше. Итак, ну вот я шаг за шагом продвигаюсь, распутывая самые ближайшие узелки. То есть то, что бы мне хотелось без этой колбочки взять и потянуть, я ищу основание этого цвета и стараюсь его подвинуть в эту сторону, куда бы я хотел двигать этот элемент для его распутывания. Вот смотрите, к примеру, видите, синий начинает перекручиваться там. Я беру вот это основание синего и кручу вот таким образом, чтобы ослабить это натяжение вот так. Главное здесь не увеличить, чтобы не создать новый узел. Видите, получилось перекрестие красного. Мы берем и должны его распутать. Сложно определить, что здесь нам нужно, но мне кажется, вот этот желтый нужно ослабить. И за счет того, что мы вот крутим, видите, и еще крутим, он ослабляет нам вот эту петлю и высвобождает красный, как видите. И в этот момент не потерять красный, и нужно его провернуть вот так. А это нам дает возможность этот красный провернуть вот сюда. И таким образом распутать еще один элемент. Синий сюда. Видите, смотрите, а вот здесь прям просится желтый. Вот так. Вот таким образом мы двигаемся к цели. Тут очень важно найти правильную ось вращения. Уже практически все распутано. Вы, наверное, уже догадались, что нужно сделать быстрее меня. Но мы сейчас попробуем это все догнать. Ну что ж, ребят, как видите, задача уже решена. Это было на самом деле очень непросто. Тут осталась одна петелька, но, честно говоря, я сейчас уже минут 15 или 20 кручусь вокруг нее, этой петли, и, если честно, получается только еще больше запутать. Поэтому, как видите, это возможно. Я распутал практически до конца, но чтобы не перегружать с одной головоломкой, мы будем двигаться дальше. BrainString Original и BrainString Advanced. Две схожие модели, различающиеся, однако, уровнем сложности и формой. Эффектный внешний вид и интуитивно понятная задача делает их универсальным и полезным подарком, который не будет пылиться на полке. По сравнению со сферой, здесь уже обзор внутренностей намного лучше, да и способ запутывания совсем другой. Смотрите. Теперь за перемешивание разноцветных веревок отвечают наконечники соответствующего цвета, которые нужно перемещать по таким вот прорезям. Очень удобно, что эти резинки хорошо растягиваются, тем самым помогая нам при маневрах. Смысл игры остался тот же. Сначала запутываем, а после развязываем получившийся узел. Предлагаю на примере одной из этих головоломок протестировать данную модификацию. Ну что же, как видите, я выбрал все-таки 14-гранник, потому что это будет зрелищней, как мне кажется, и интересней. Ну что ж, теперь запутываем его. Фуф, удачи нам. Так, ну что, мы запутали
насколько это у нас получалось. Теперь надо восстановить относительный такой порядок. Я уже не стал увлекаться, смотрите. Здесь и так очень много элементов, чтобы надолго не растягивать. Я думаю, начнем вот с такого узла. Я думаю, что стратегия здесь должна быть примерно похожая на предыдущую головоломку. Как видите, по прошествии некоторого времени большая часть узелков уже мне поддалась. Осталось здесь навести, так сказать, порядок, и головоломка, я думаю, будет решена. Помните, да, что цвета наконечников у нас должны быть строго вот по такой прямой линии. То есть наши веревочки, изначальное положение, должны струнами протягиваться с одной стороны ровно до противоположной грани, 14-гранника. Как видите, мы уже на самом деле близко. Оранжевые мы поставили. Также мы поставили некоторые фиолетовые. Ну, в общем, мы движемся. Это самое главное, к разгадке. Итак, вот довольно важный этап, это разобрать все наконечники по своим граням. Пусть они даже еще будут в центре немного перемешаны, но это уже наведет кое-какой порядок в нашей головоломке. Здесь нам нужно, например, вот, чтобы ослабить вот эту желтую струну, мы ее достаем, ведем вот так вот к оранжевой, обводим и возвращаем на место. И вот она уже, как видите, становится ровнее. Осталось проделать это со следующими струнами. Ну что же, как видите, осталось совсем чуть-чуть, осталось передвинуть буквально несколько ползунков. Давайте сделаем. По-моему, сейчас должен у нас оранжевый вернуться на свое место. А красный тем временем на свое. Смотрите, фиолетовый возвращаем сюда. Желтый берем сюда и... Да, смотрим, все, головоломка решена. 12-гранник нам все-таки поддался. Это было очень непросто. И это уже, конечно, совсем по-другому смотрится, нежели предыдущая BrainString R. Обе интересные, только разные. BrainString Гудини. Так-так, а этот персонаж, любитель замков, уже встречался в наших обзорах. Здесь он также хорош. Во-первых, внешний вид. Очень оригинальный и в тему. Будет здорово смотреться и в качестве подарка, и в виде интеллектуального тренажера. Во-вторых, сравнительно невысокий уровень сложности делает доступной эту модель практически для всех возрастов, начиная с 7 лет. И в-третьих, такая тренировка для мелкой моторики, концентрации и усидчивости точно пойдет на пользу юным головоломщикам. Ну что, готовы помочь выбраться великому фокуснику из этой ловушки? Тогда вперед, попробуем вместе! Кстати, заметили, что его фрак имеет как фронт с рубашкой и бабочкой, так и спину с полами сзади. Мелочь, но приятно, что не сэкономили, а продумали до конца. Плюс производителю. Начинаем запутывать головоломку. Здесь можно не стесняться, потому что фокусник у нас профессионал. Я думаю, у него... хватит опыта выпутаться из любой ситуации, тем более, когда мы ему будем помогать. В общем, не будем долго увлекаться. Смотрите, запутали мы нашего Гудини. Так, он бедняги, видите, как неудобно. А теперь попробуем решить. Здесь, вы знаете, уже, да, намного удобнее и понятнее, что нужно сделать. И это, конечно, приятно. Так, я сначала, как видите, просто распутываю так, особо без... какого-то определенного плана, просто распутываю первые попавшиеся узелки. Так. Вот так.
Так, о, смотрите, мы уже близко, я так чувствую, мы близко к разгадке. Это таким образом у нас уходит наверх, и что, все, да? Вот, отлично, смотрите, вот мы и освободили нашего Гудини. Чуть-чуть мы не дорешали, сейчас мы доведем дело до конца. Теперь уже наш Гудини наверняка распутан до конца. Я вам желаю удачи с этой головоломкой. Она на самом деле очень красивая, очень приятная. Мне она, наверное, понравилась больше всего из этих трех. Хотя это только мое мнение. Ну, просто потому что она очень эстетичная, красивая. И в ней есть такая мотивация освободить человека. Вы видите то, что вы делаете. Это здорово, это интересно. Ставим лайк. В итоге я вам скажу, что эта серия Brain String по праву считается визитной карточкой бренда Resin Toys. Ведь такие продуманные, качественные и оригинальные головоломки прекрасно помогают развивать внимательность, логику и смекалку у детей. Также практическая польза в умении развязывать узлы всегда пригодится. Запутанная леска или шнурки будут не страшны. А ребятам постарше они еще и послужат своеобразным релаксом для мозга. Ну что же, у нас осталась еще одна необычная головоломка от бренда Resin Toys, которую мы рассмотрим в следующих выпусках. А пока не забудьте подписаться и поставить лайк, если вам захотелось распутать какой-нибудь узел. Ссылки на эту серию Brain String в описании. А с вами был Олег и канал Кубик ТВ. Продолжайте развиваться.